За невысоким забором стройплощадки замечены люди, хотя быть их здесь не должно. Комиссия попала на территорию через лазейку в ограждении. Это здание на Туапсинская, 9, администрация собирается признать самостроем. Дело как раз сейчас находится в суде. И, естественно, на время разбирательств какие-либо работы на объекте запрещены. Но, видимо, подрядчику закон не писан. Перед тем, как на территорию стройплощадки зашла комиссия, несколько рабочих бросили свои инструменты и убежали в неизвестном направлении. Догонять нарушителей не стали. Найти их не проблема. Кому принадлежит незаконная бетонная коробка, властям известно. Еще во время обхода микрорайона Ареда мэру сообщили адрес притона с девушками легкого поведения. Информацией поделилась жительница Сочи Антонина Шубенко. И все же главная цель обхода – проконтролировать, как на Ареде наводят порядок. Этот микрорайон входит в зону международного олимпийского гостеприимства, но пока не совсем соответствует почетному статусу. Около магазинов трава на газонах растет чуть не до колена. Мусор кое-кто не в состоянии донести до контейнеров, беспорядок и там, где ведутся работы по благоустройству. И это несмотря на то, что за каждой улицей Анатолий Пахомов закрепил конкретных чиновников. Если вы думаете, что самое главное – отболтаться, это уже не первый раз я за эту территорию говорю, не первый раз вы рассказываете. Второй раз. Третьего не будет. Впрочем, есть на Ареде и положительные изменения. Около рынка снесли ларьки и, возможно, здесь сделают парковку. Тротуары украшают новой плиткой. Фасады гаражных кооперативов привели к единому архитектурному облику. Но это все частные примеры, а нужно требует градоначальник, чтобы картина изменилась в целом. А это значит, что подобный обход Ареды далеко не последний. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.